Tamam, doktor, kaynama altında. Ben de oldum. Saldat bunlarına. Tamam, ben bize saldat da oldum. Tamam ya. Қазіргі уақытта солдаттар халықпен деп, халықпен деп не істеп отыр? Нарайлап отыр бәрі. Ешкім ешкімге тиісіп жатқан жоқ. Бәрі жақсы, нормально. Начнем мы с главного. Президент Казахстана принял отставку правительства. Об этом сообщает сайт Акорды. В документе говорится, что исполнение обязанностей премьер-министра временно возлагается на первого вице-премьера Алихана Смаилова. Члены правительства будут продолжать исполнять свои обязанности до утверждения нового состава. Кроме того, бывший помощник президента Ерлан Карин назначен государственным секретарем Республики Казахстан. Кырымбек Кушербаев освобожден от должности. Құрметті жиынға қатысушылар, Асқар Ұзақбайұлы Мамин маған арыз жазып, отставка жөнінде өтінішін білдірді. Мен бұл өтінішті қабылдадым. Асқар Ұзақбайұлы шамамен 3 жылдай үкіметімізді абыроймен басқарды. Қызмет барысында әсіресе пандемия өршіп тұрған кезде өзінің жоғары жауапкершілігін, еңбекқорлығын көрсетті. Сондықтан мен бұрынғы премьер-министрге алғысымды айтқым келеді. Премьер-министрдің міндетін тәжірибелі экономист, білікті басшы Алихан Асқанұлы Смаилов атқарады. Кетті. Соқты, еба! Ебаный адам аман ба кел. Тоқта, ана шығарып ала екен. Барамыз, барат. Бесінші қаңтар, сағат 12 ма, 11 ма сондай болып жатыр қазір. Ақтау қаласында жиналған халық. Қайтып жиналып жатыр. Түнде де адам кетпепті, 5 мың, 6 мың адамдай қалған екен түнде.
мен, немесе әр түрлі себептермен. По указу президента в Мангистауской области введен режим ЧП. Президент сегодня провел совещание в столице. Там было поручено решить все существующие проблемы. Просим жителей не поддаваться на провокации и вернуться домой. Если вы сейчас покинете улицы, то никакого преследования в рамках законодательства не будет. Мы со своей стороны будем выполнять все поручения главы государства в кратчайшие сроки. Президент поручил не допустить провокационные действия и защищать гражданские и военные объекты. Призываю всех решать проблемы. Чего же хотят митингующие? Так вот, действия их оценить очень сложно. Большинство из них просто наблюдают за происходящим. Есть здесь и импровизированная трибуна, с которой периодически выступают активисты собрания. Демонстранты ведут себя спокойно, буквально только что они пропустили на площадь спецтехнику, чтобы убрать скопившийся мусор. Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков. Поэтому, как глава государства, из сегодняшнего дня председатель Совета Безопасности намерен действовать максимально жестко. Уверен, народ меня поддержит. Что бы ни было, я буду находиться в столице. Это моя конституционная обязанность – быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту черную полосу в истории Казахстана. Выйдем из нее сильными.